Здравствуйте, меня зовут Константин Дмитрий Юрьевич, я декан лечебного факультета. Сегодня вас волнует, наверное, один из самых важных вопросов – куда пойти учиться. Лечебный факультет сегодня насчитывает примерно 2800 студентов. Это самый большой факультет. Поступив, если все будет хорошо, вы на первый курс окунетесь в нашу жизнь и научную, и студенческую, и творческую, и спортивную. За время обучения на нашем факультете студенты проходят изучение примерно 62 дисциплин. За время обучения, за 6 лет, вы пройдете производственные практики в качестве помощника врача-терапевта, хирурга, акушера-гинеколога, участкового врача поликлиники. Наши студенты имеют уникальную возможность работать на оборудовании, разработанном учеными нашего вуза, признанные не только у нас в России, но и в мире. Можно будет отработать свои навыки в симуляционном аккредитационном нашем центре. Антон Павлович Чехов сказал, что профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Дорогие абитуриенты, мы ждем вас на лечебном факультете.